Мы начинаем. Давайте смотреть вместе. Динамо готов. Вот и все. Наше дело проанализировать и сказать то, что есть на самом деле. Вот. И беспристрастно, там никому не лизать ничего, не подлизывать, там, ни президентом, там, ни президентом стран, этот, республики, там, ни президенту клуба, понимаешь, в чем дело? Ты говоришь, что он ударил вот этим, а не вот этим. Ушел, значит. Он физически, он... да не ушел. Да не ори ты только, понимаешь? Да я... Люди-то... Ну, у нас не глухие люди-то. Да ты, ты переорать хочешь, понимаешь, чем дело? Да подожди, значит, ты устал. Александр Бубнов. Без скорости. Ну, при чем тут Бубнов? Задушить их сразу, взять быка за рога. А что, он лежит, что ли? Конечно, лежит. А лежит, лежат как? Вратари как бросают? Вот так лежат. Вот они полностью лежат. Вот так лежат. А здесь человек сидит, елки. Почему «Зенит» проиграл? Потому что я чуть не заснул на этой игре. Я такого убогого матча, такого суррогата уже давно не видел. Бубнов играл. Как можно было этого игрока в «Спартак» брать? Теплый Мишкин, да? Из космоса. Теплый Мишкин, да? Чудотворец. Теплый Мишкин, да? Нет. И... труба полная. Рома. Широков. Натуральная двойка. «Спартак» не играет в Лиге чемпионов, а «Локомотив» не станет чемпионом. В «Спартаке» здесь полный бардак. «Спартак» – это какая-то дремучая команда или африканская. На ноль «Спартак», если сыграет, то уже праздник во всей стране, понимаешь? Здесь бы, блин, я не знаю, что было бы. Там салют бы до сих пор был, блин, что в Санкт-Петербурге, что в Москве. И газеты бы захлебнулись бы от счастья, понимаешь, в чем дело? Если бы у вас объема не было, то вы бы палец бы сосали. Камбаров Дима, который убил Диара. Опа! Вот это да. Вот так. Вот. Убили человека не намеренно, все равно так. Это игровая человека убивают. Это игровая ситуация. Не намеренно убивают человека. Его не сажают. Так если бы убил, тюрьма была бы. Да на, посмотри, ты вот как он сидел. Вот, на снимке. Поэтому кто тормозом был у «Спартаке» и кто остановился, так вот Камбаров. Вот это. Дефект общества сумасшедший. Цауня. 33 технико-тактических действий. Это катастрофа. Он играл, представляешь, больше полтора тайма. Что ставим? Ставим что? Да? А? Двое. По статистике, в большинстве случаев... Вы делаете на 300 технико-тактических действий меньше, чем «Динамо». На 300. Для чемпиона на 300. Представляешь, блин? А прямо сейчас мы с Александром Бубновым отправляемся в ресторан «Яр» отмечать победу. Все. Вот за это мы и любим футбол. Я ухожу, я все сделал, а там ерунда осталась. Да. Вот и все. Удачи.